Вы смотрите видео об отеле Wenceslas Square, старое название Мушкетир. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Wenceslas Square, старое название Мушкетир, расположен в стране Чехия в регионе Прага и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. В нескольких шагах от Вацлавской площади, в 200 метрах станция метро Мазюм. Приятный 3 звезды отель с отличным расположением, Вацлавская площадь всего в 2 шагах. Аккуратные светлые номера, приветливый персонал, неплохой ресторан. Хороший вариант для бюджетного размещения в самом центре города. На территории отеля имеется, в отеле есть стандартные номера, дабл, твин, трипл, квадриплы, дуплекс, джуниор суит, суит студио, апартмент с кроватями king size или queen size beds, ресторан Маскат. Ар помимо превосходных блюд чешской и международной кухни предлагает широкий ассортимент моравских вин высшего качества. Ресторан вмещает 200 посетителей и делится на несколько помещений для проведения различных деловых и частных мероприятий. В номерах есть, во всех номерах, ванная комната, пожарная сигнализация, телевизор, телефон, кондиционер. Номерной фонд отеля состоит из все номера оснащены. Душ или ванна, фен, спутниковое телевидение, Wi-Fi, мини-бар. Для детей есть детская кроватка, по запросу. Год, когда был сделан последний ремонт, 2015. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.